такой аппетитный, простой и очень вкусный пирог к чаю. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. На крупной терке натираем сливочное масло и перетираем его с мукой. В отдельную миску добавляем яйцо, сахар, ванилин и взбиваем венчиком до получения пышной пены. Потом добавляем немного сметаны и еще раз перемешиваем. Полученную массу вливаем в муку и замешиваем тесто. От общего количества теста отнимаем третью часть и отправляем ее в морозилку на 30 минут. Из оставшегося теста формируем основание пирога толщиной в 1 см. Теперь сверху намазываем слой повидла. Выкладываем на противень. И теперь поверх повидла натираем на крупной терке ранее замороженное тесто. И отправляем разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовый пирог посыпаю сахарной пудрой и нарезаю его на порционные кусочки. Ну а начинку для такого пирога можно сделать любую, на ваш вкус. Ну а мне больше нравится с яблочным повидлом. А я желаю всем приятного аппетита и вкусных блюд на вашем столе.